Главный тренер Ростова Валерий Карпин продает свое последнее жилье в Москве. Двухэтажная квартира продается за 145 миллионов рублей. В квартире находится 6 санузлов, тренажерный зал и даже сигарная. В конце 2017 года за нее просили 167 миллионов, но сейчас стоимость снизилась, передает телеграм-канал Мэш. Фото квартиры можно посмотреть здесь. Карпин возглавил Ростов в декабре 2017 года. Семья Кауча постоянно проживает в Испании. Фото, сайт агентства недвижимости «Beatrix», самый спортивный телеграм.